Жыць у адным з самых маляўнічых куткоў гомельскага раёна. Такая магчымасць з'явілася з пачаткам будаўніцтва шматпавярховак у Чонках. Марына Сівер'янава пабывала на будаўнічых пляцоўках і даведалася аб тым, колькі там каштуе жыллё. Увесь теплый сезон тут – сапраўдны рай. Природа, рака, звілістыя дорожки – усё для релаксации, отпачынку, психологичной перезагрузки. Ну а жить тут – мара для многих. Хотя некоторые не просто марать, а упэўнена идуть до своей мэты. Бо у Чонках расце яшчэ один микрорайон, які абрамляюць только блакитная и зеленая. Рака и неверагодной прыгажосці природа. Мы с вами находимся в очень красивом районе, в Чонках. Конечно, сейчас зима, всей красоты не видно. Но я уже сейчас завидую людям, которые здесь будут жить. Вид будет потрясающий отсюда. Расскажите об этом микрорайоне и насколько востребовано здесь строительство. Действительно, это самое красивое место, населенный пункт Чонки. Исторически сложилось, что это зона отдыха всех гомельчан, не только гомельчан, и жителей Гомельского района. Здесь строится совершенно новый микрорайон. Микрорайон Чонки номер 2. Где-то будет очень десятиэтажная застройка, 60 тысяч квадратных метров жилья. Мы начали новый дом строить. Мы его должны вести в этом году. В первом полугодии это дом, позиция 5, 120 квартир. У трохсекцыйнай 10-павярховцы кватэры для тых, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, у тым ліку для шматдзетных сем'яў, а таксама камерцыйныя. Квадратны метр 1200 рублёў. Для тых, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, меншак 1130. Гэта дастаткова нізкі паказчык для района і Гомеля. Парадаваць будучых жыльцоў можа і яшчэ адна акалічнасць. Отопление здесь будет по квартире. То есть в каждом доме будет индивидуальный котел работать. То есть он круглый год можно поддерживать нормальную температуру, комфортную для жителей. Площа однопакаёвых кватэр каля 43 квадратных метров, двушек каля 60, трохпакаёвых от 77 до 83 квадратов. Еще есть свободные кватэры. Можно поспешаться и набыть одну из них. Для гэтага трэба звернуться во управление капитального будаўніцтва Гомельского района. В июне месяце дом будет готов к сдаче с благоустройством, с прилегающей территорией. Для того, чтобы успеть возведение данного объекта в установленные сроки, нами организована работа 24 часа в сутки, трехсменный режим работы. Вы можете наблюдать, задействованы два башенных крана. Бригады слаженные, работаем твердо, уверенно, к установленной дате объект будет, конечно же, готов к вводу в эксплуатацию. Дарэчы, у гэтым микрорайоне запланавана ўзвядзенне яшчэ 4 домов. Таму пераехаць у найпрыгажэйшы кутучак района змогуць яшчэ шмат жадаючых. Про іншыя планы по развіцці інфраструктуры Гомельскага района, перспектыўныя будаўнічыя рашэнні, новыя микрорайоны, электрадамы мы расскажем у программе «Вялікая будоўля». Глядзіце на телеканале «Беларусь-4 Гомель» 31 студзеня у 19:45. Марына Сівер'янава, Сергей Лукашук, телерадыёкампанія «Гомель».